Тут никак, надо только рестарт сделать, чтобы было обновлено на мире. А, я что брать, да не думаю. Это нужно брать. Сзади, сука, чекают. Но тебя чекают сзади, Алиса, что ты сделаешь? Looks like we got a Mexican stand. Давайте застрелим ту девку в шляпе. Давайте девку в шляпе застрелим. Тихо. Спасибо. Он был трейдером. Я понял, что там за история? Давай вот здесь обсудим, вот здесь кто-то красит, здесь дробовик бесплатно. О, спасибо. Короче, вот, мы с Юзлисом поднимаемся по вентиляции, и я вот первый лезу, и я с вентиляции отпрыгиваю, ну, типа, когда залазишь, знаешь, подпрыгиваешь. Там перед вот этой, перед лестницей этой стоит трейдер, ну, от лестницы отпрыгнул, я имею в виду. Я просто в полете ему ножом артерию протыкаю, и он... Была сегодня на Эйпене, где-то час или два назад, возможно, час назад. И был такой интересный раунд. Бьюсь с Нарикой, и я остался жив. А вот Блядь мне сказал то, что у него есть рация. Ой, точнее, противогаз, мы на поверхности, там, он встречает нас, там, дает мне ЕТМ противогаз. Мы едем с ним наверх искать противогаз. Потом мне ставят хэдшот, и, короче, Юсус понимает то, что... Меня убивает Блядьмин, короче, Юсус понимает то, что дело пахнет жареным, а не с Нариком. И уходит нахуй к автобусу, начинает ждать. Разговаривает. Можешь отдать противогаз, пожалуйста, время? Смотри, хочешь послушать. Смотри, короче, дальше что идет. Нарик и Юсус остаются на автобусе. А мы же все, да, ну, да, он там, я, некоторые люди продумывают план. Мол, все идут защищать Юсуса и Нарика от трейдера. А я же, в свою очередь, пойду убивать трейдера, потому что, блядь, он убил меня. Короче, ничего не сработало, мы за национальную гвардию заспавнились. Ее, блядь, Тимл, знаешь, такой Тимл Гей, у него еще фиолетовый ник такой, Тимл Гей. Он убил Нарика и Юсуса, и ничего не сработало.
такая вот простая история. Да, встань прямо, я буду... О, блядь. Живые. А, ищи. Ищи. Видишь ты свет, Сода, ты живой. Найдите Соде что-нибудь, найдите Сода, вот Сода, ты живой? Сода, кушай.